Я вас всех приветствую. С вами доктор Владлен, врач. И сегодня я собираюсь проанализировать очень интересный продукт Soft Soap with Olive Oil. Крайне непонятный продукт. По-моему, это мыло. Но нам нужно все проверить, потому что для меня принципиально важно все проверить. К сожалению, я буду все делать одной рукой, потому что другая рука держит камеру, и я не могу и все сразу. Итак, сначала проверим, насколько твердое мыло нам досталось. Мы с вами можем заметить, что мыло достаточно твердой конструкции, конституции. Не вижу никаких сомнений в том, что это твердый материал, конечно. Это твердый материал. Я пытаюсь немножечко надавить, и мы видим, что он не надавливается. В принципе, упаковка достаточно приятная на ощупь. Но насколько я могу судить на ощупь с помощью моего специального устройства, которое помогает мне разобраться во всех этих вещах. Просто я чувствую интуитивно, что, конечно, все твердо и очень хорошо. Посмотрим, что у нас вот здесь разгибается, откипается вот эти края. Очень интересно. Мы немножечко можем подвинуть наш продукт, чтобы он был поближе к нам вот таким образом. Итак, продолжаем изучать наш продукт. Мне нравится его цвет, потому что действительно здесь написано, что Саланду Ольвиль Долив. И как вы можете судить, цвет действительно соответствует цвету оливок. Это очень интересно. Значит, все продумано. Значит, не просто так ребята сидели и размышляли над тем, какой же все-таки цвет этому продукту выбрать. И хорошо, что они выбрали именно такой цвет. Это очень приятный цвет. Он действительно крайне оливковый, я бы сказал, крайне оливковый цвет. Конституция очень приятна, конечно. Давайте мы немножечко с вами попробуем прикоснуться самостоятельно. Да, приятный на ощупь. Очень приятная упаковка. Подождите, я немножко чуть не сбрызнул свой стакан рукой. Но я не очень люблю трогать все это дело руками, потому что я боюсь заразиться какими-нибудь непонятными китайскими вирусами. Поэтому я предпочитаю работать на расстоянии. И вот так общаться с продуктом на расстоянии, чтобы ничего не подцепить. Так.
Так, у меня еще есть несколько инструментов. Я бы, конечно, хотел перевернуть продукт, чтобы посмотреть его заднюю сторону. А сейчас попробую взять две палочки и перевернуть своим инструментом данный продукт. Нет. Что я могу сделать, это просто его покатать здесь по столу. Конечно, это тоже неплохо. Но это не то, что я бы хотел добиться. Криворукий. Какой мало проказница. Вот опять этот стакан. Надоел, он не вмещает очень. Так, продолжаем пробовать. Перевернуть мало. Давай, мало, ты сможешь. Простите, у меня не получается пока что. Смотрим это мало с другой стороны. Мы видим с вами, что здесь находится информация о мыле на разных языках совершенно. В том числе на языке винилового товарно-винирическом, на русском. Здесь должно быть на аркнианском, конечно, и так далее, там потом на разные языки из состава, что мы можем с вами выделить. Из состава мы можем с вами выделить, что он сделан из какой-то хреновины, парфум, какой глицерин. Наверное, это оно, наверное, оно может у нас взорваться прямо здесь. Я думаю, что 90 грамм, в принципе, моя голова должна выдержать. Итак, хорошо, давайте попробуем вскроем этот продукт. Я немножко снова его потрогаю. Конечно, очень робко, потому что я не люблю трогать продукты своими руками. Но я продезинфицировал его как мог. И как не мог. Итак, мыло. Ручными средствами, такими как ножницы, специальные хирургические мои ножницы. Я немного промахиваюсь, потому что мало того, что и криворукий, так еще и слепой. Казалось бы, чего сложного, но все-таки поймите меня. Сделать все как можно аккуратнее. Вот ли хач вас не подведет. Мы крайне небрежно вскрываем упаковку. Аки, жаждущие поскорее добраться до продукта и упомнить, что мы видим. Кажется, нас обманули и мыло на самом деле ни хрена не зеленое.
Я ожидал, что оливковое приятное мыло в приятной упаковке, в зеленой упаковке. Давайте я вам еще раз продемонстрирую, что здесь написано. Оливковое масло. И значит, оливковое масло. Мы знаем, что оливковое масло сделано из оливок. Черт их дери, должно быть зеленым. Но нет. Нас вероломно обманули. Абсолютно вероломно обманывают. Попробуем вскрыть все-таки. Сейчас будем вскрывать и нюхать по полной программе. Вот так. Избавляемся от упаковки. Мало белое. Я разочарован. Сейчас я его съем. Пахнет нормально, но ничего необычного. Дорогие друзья, это вопиющие. Я буду скандалить со всеми инстанциями, со всеми фабриками и маркетологами, потому что как бы мыло написано, что оливковое мыло с оливковым маслом. Зеленая упаковка. Но я не чувствую никакого присутствия оливок вот в этом цвете и в этом запахе. Это неприемлемо, я считаю, абсолютно неприемлемо. Мы будем разбираться. Пошел к чертову матери отсюда. С вами был доктор Владлен Рач. Я надеюсь, что следующий продукт будет гораздо адекватнее. Мы положим вот таким образом палочки в знак протеста. Надеюсь, меня услышат, увидят и примут к сведению все, что я сказал.